Ну а сейчас Талдыкурган, там в честь празднования Дня Республики открыли крытую тренировочную ледовую арену. Ее возвели по программе развития массовых видов спорта. Объект соответствует всем требованиям Международной федерации коньковых видов спорта и будет работать круглый год. Общая площадь комплекса составляет больше 2000 квадратных метров. На втором этаже расположен зал для проведения занятий по общей физической подготовке и хореографии. Ледовое поле ограждено специализированным хоккейным бортом, предназначенным для как для обычного хоккея с шайбой, так и для проведения паралимпийского хоккея. Здесь созданы все условия для организации полного цикла учебно-тренировочного процесса. Открыты секции игры в хоккей с шайбой, занятия фигурным катанием. Будут проводиться соревнования по слэдж-хоккею и различные культурно-массовые мероприятия.